Ну, что стал? Командиров много развелось, а? Это вы остановили? Извините. Ну, ведь время-то есть. Мария Клодовна. Двадцать минут. Сам говорю. Чтоб я еще раз с тобой куда поехал? Thank you.
Холод у вас посильнее, чем на дворе. Дыхание видно. Я с вечера натопил, утром подтопил тоже. Мало что можно взять простуду. Взять простуду? Ну, простите меня, пусть подхватит. А пока за вами ездил, выстудила. Я должна еще и играть. У нас дрова очень ограниченные. Дебюсси. Сейчас, ничего, немного нагреем, нагреем. Демонстрировать беглость пальцев. Потопим, потопим. Мастерство. Посмотрите, до чего инструменты вели. Некультурный народ. А где дядя Диез? Пока еще некультурный. Надеетесь на перемены? А как же? Мерталор, контрактово совершенно расстроена. Что вы сказали? О, мон дио. Ваш резон. Мало меня метелили, чтобы я говорила только по-русски. Только по-русски, даже во сне. Метелили? Что, нет такого слова? А? Слово-то есть. Тогда все в порядке. Могу перевести. О, господи, это я по поводу контр-октавы. А. Каждую неделю подстраиваю. И не далее, как вчера вечером. Мне же сегодня играть. Дека плохо держит. Утешительный факт. Минутку-минутку, не нервничайте. Благодарю за заботу. Что, пожалуйста. О моих нервах. Я на аккордеоне играю, так что... Вот, леди, есть... Полна восторга. Не очень, конечно, чисто. Там струна, грубо говоря, частично лопнувшая. Дебюсси. Я и контрактаву подстрою, только попозже. Когда, грубо говоря, нагреется. Полагаете, нагреется? Перед концертом. А то поползет. Дрова, говорю, ограниченные. В России безграничные только просторы. Мария Клодовна. Мари, Мари, просто Мари. Сколько втолковывать? Вы же мне в матери. Я в уважительном смысле. У меня на родине, милейший, отчество не употребляют. Да. До старости, до смерти. Если соль с перцем не позволяет звать по имени, зовите мадам. Какие соль с перцем? Седины, седины. Ага. Можете звать мадам? Да как-то... А, как-то не поворачивается на мадам язык. Не то чтобы. Может, повернется сюда, Манька-шалашовка? Сука рваная, курва французская. Мария Клодовна. Да вы не стесняйтесь, не стесняйтесь. Я за 20 лет привыкла. А к отчеству вот не приучили. Простите. Не приучали. Я не хотел. Он не хотел. Ланфера поведе вон за интенсион. Не понял. А, не мудрено. Зато отлично поняли, что значит шалашовка, да? Что вы сказали? Вы же в этих краях полномочный представитель культуры. Это еще не значит? Цивилизации, играете на аккордеоне. Я делаю, что умею. Скажите, полпред. И как могу. И вас сразу, грубо говоря, предупреждал, что у нас за условия. Обиделся. Но если вы... Если вы... У меня с собой немного. Остальные, грубо говоря, вышлю. Возьмите. Не надо. Возьмите, ну, возьмите, не надо, возьмите. Да, право возьмите. Же, ну, вам говорю. Ну, не надо. Вот еще глупый придумал. Какой смешной. Словно ребенок. Скажите шоферу, он везет вас домой, в Новосибирск. Азо. Сейчас его уговаривать. Смешной, да. И адрес ему для денег оставьте. Как красная девица. Какой есть? Я должна играть в этом, простите, ангаре, то есть сарае. Ведь сарай, ну, честно, сарай? Сарай. А вы отказываете мне в удовольствие капельку поломаться. Я не отказываю. Каприз. Я испугался, что вы... А насчет соли с перцем никуда не денешься, резон я ваш. Не это имел в виду. Но я все-таки пока еще женщина. Я не подвергал грубо говоря сомнению. Вы галантны. Так стало быть, мир, а? Мир? Я, конечно, того. А вы, милочка, чего? Кого дожидаетесь? Вас, тетушка. Я, конечно, слишком, мадам, но я же не... О, мадам, это уже. Но я же не виноват, что приходится работать в таких условиях. Мне и без того за год из настоящих музыкантов вас первой удалось сюда уговорить. Что вы сказали? Средств, говорю, на клуб не дают. Нет, не вы. Повторите, пожалуйста, я что-то немного... Уволиться самое простое. Je suis chanté de faire votre connaissance, ma tante. Бросить, грубо говоря, все. Да, милая, понятно. Вон, даже по-тайски его заведы. Увы, тетушка, я не говорю по-французски. Тетушка. Я задолбила эту фразу в 7 лет. Мы тогда ждали дядю Васю и вас из Парижа. 29 лет назад. Я
Я, наверное, пойду, а? Мне еще, грубо говоря, нужно оббежать народ. Я... Маша. Извините. Маша. Вы узнали, тетушка? Маша. О, мой дел. Я... Извините. Я не смотрю. А мы ничем неприличным не занимаемся. Не в том смысле. Мало ли. Ну что вы, тетушка, смотрите на меня? Ну вы это дрова. Успокойтесь, тетушка. И дверь можно заложить. Ну скажите что-нибудь. На засов, чтобы, грубо говоря, не помешали. Ну что, вы хотите, чтобы я заревела? Сада, пояса. Синий. Простите, мадам, но концерт состоится? Да погодите же вы с вашим концертом. В самом деле. Не грубим, Маша. Они меня здесь ждали. Состоится, милый, состоится. Идите. Только дрова. Я подложил, а прогорят, вы подкладываете. Хорошо, идите, идите, мы подложим, подложим, господи. Тетушка, что же они с вами сделали? Зелеви. Жизнь? Нет, это они, они. Что, такая страшная? Ну, зачем вы так? Сейчас что? Ты бы видела, милая, какой меня освобождали. Ах, тетушка, сколько ж воды утекло? Под мосты, сулепон. Как? Под мосты, говорю. Ах, да, под мосты, под мосты. Да. Сколько же всего? Да, сколько всего. Как мы вас с мамой из Парижа ждали. О, Париж. Мама ночами плакала, как по покойнику плачет. А днями ходила такая возбужденная, купила мне синий бант. Я помню синий бант, очень хорошо помню. И учила со мной эту французскую фразу, как я рада, тетушка, нашему знакомству. Да. А я все смотрела на вашу с дядей Васей фотографию, вот ту свадебную. Вы как-то смешно, тогда дядю Васю звали, а? Базиль. Да-да-да, дядя Вася кот Базилио. Она сохранилась еще? Да куда там, в этой стране. Страна верная, не ласковая. Все забрали, сволочи. За что, зачем им? Да, грустно. Говоришь, смотрела на фотографию? Что? А, да, на фотографию. Смотрела на фотографию, все слушала вашу пластинку. Рахманинова? Ну, Рахманинова. Слушала вашу пластинку, все мечтала, что я тоже поеду в Париж. И стану такая же красивая, как и вы. Такая же красивая, легкая, в белом платье. Почему Париж? Ну, а куда же еще? Сколько же времени понадобилось, чтобы мечта сбылась? Мечта? Да, детская. Вы жили тогда в доме на Грановского. Ну, вы знаете, где Будионы и прочее. Я туда ведь и приехала. Ой, действительно, что это? Я совсем ума решилась. Решилась. А, можно так говорить? Да я не знаю. Ну, сама вырвалась. Значит, можно? Забавно. Все, продолжаете учиться русскому? О, Машенька, это удивительный язык. Удивительный язык. Помнишь, что я исполняла в тот вечер? Соль минорная. Значит, запомнила. Да, так она же и была на пластинке. Просторный, щедрый, богатый дом. А народу почти никого. Твой отец, кажется, где-то в экспедиции. Да, в экспедиции. Не то на полюсе, не то в Испании. Нет, Испания это позже. Да-да, я перепутала. При Испании я уже сидела. Где он, кстати? Он погиб. А, и он тоже. Ну, брат Булатова. Так выходит, мы с ним и не познакомились. В лагере? На войне. Его из лагеря взяли в штрафбат рядовым. Многие печали посетили великую эту землю. Да, великую. Царство ему небесное. Аминь. Вы верите в Бога? Может быть. Иногда, кажется, верю. Что, и сейчас? Не знаю. Мне казалось... Будет полон дом гостей. Я в Париже еще готовилась, нервничала ужасно. Очень боялась, что под запретом и Рахманинов. Рахманинов? Волновалась, а ну вдруг не понравилось. Оказалось, никого и не было. Никого. Только вы вдвоем с мамой. Да Базиль. Но вы, тетушка, все равно играли. Я артистка, Маша. Если в зал пришел хоть один человек. А я потом ревела всю ночь напролет. Как это было прекрасно. Вы были такая красивая. Оставь, пожалуйста. Ты уже говорила о моей красоте. Простите, тетушка, я не хотела говорить вам гадости. Никто не хочет, а все только и делают, что говорят. Простите. Да чего уж. Ну, то, что никто не пришел, вы сейчас уже понимаете, наверное.
Когда Сталин отозвал дядю Васю из Парижа, из посольства, всех же как ветром сдуло, когда они это почуяли. Я и тогда понимала, милая. И тогда? Просто мне казалось, что у такого человека... Какого такого, тетушка? Ой, если бы я могла объяснить словами. Мне казалось, что у него должны найтись и мужественные друзья. Но не нашлись, как видите. Которые, вопреки всему... А их потом всех пересажали и постреляли. Все-таки прекрасный концерт получился. И до одного. Может быть, один из лучших, что мне приходилось играть. Родина моего мужа. Какая у тебя, тетушка, блаженная, право. Не люблю сентиментальности. Подложи, если не трудно, дров, а я... Что с вами, тетушка? А мама? Что, жива? Где вы теперь? В Москве. На Грановского? О, тетушка, вы правоблаженная. В новых черемушках. Бетонный барак. Хрущоба. Чего? Хрущоба. Русский язык, еще бы не удивительный. Пятый этаж, без лифта, без мусоропровода. А ты, однако, привереда. Ванна в сортире, потолки 2,50. Не разогнуться, зимой по углам лед. Принцесса на горошине. На горошине. Извини, на горошине. До этого 6 лет комнат в коммуналке. На четверых, я понимаю вашу улыбку, после лагерей, бараков. Но я и не думала улыбаться. Мама живет с тобой? Я спросила о матери. Она с тобой живет? Да я не хочу говорить о ней. Она меня продала. За пучок пшеницы. Что? За пучок пшеницы. Успокойся. Ну, успокойся, деточка, перестань. Чего ты вдруг? Да не вдруг, не вдруг. Если мы сейчас начнем выливать все наши слезы... Ну, а когда, когда? Слишком много чести. На том свете? Слишком много чести. Ля, 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 ля. Не люблю сантиментов. Итак, вы стали всемирная знаменитость, тетушка. Ну уж, всемирная. Ну, как же голос Америки? Вуа д'Америк. Вы что, не в курсе? В курсе чего? А у вас передача была. Когда? В пятницу. О, суки, мордая. Мои таланты всколыхнули мир. При чем здесь ваши таланты, тетушка? Ваша судьба? Ты, милая, поразишься, но я на судьбу не ропщу. Ой, разрешите. Не ропщу, не ропщу. Можешь поверить мне? Разрешить с вами не согласиться, тетушка. Постарайся лучше понять. Получить 20 лет лагерей за одно то, что вы были за безвины расстрелянным, и не роптать? Я всегда была свободна. Свободной в лагере. Свободной в этом клубе. Простите, Мария Кло. Пардон, мадам Ламбаль Булатова. Пауду, милый, следует пускать в нос. Не должно звучать согласного звука, без остановки. Надо пытаться сюда. Представьте, что у вас будто насморк. Пардон. А? Пардон. 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 Пробуй. Пардон. 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 Вот так вот смекаешь. Пардон. 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 Пардон, пардон, пардон.
Пардон. Пардон, так? Разумеется, не так, но вам, впрочем, это совершенно не нужно. Я хотел, чтобы вам, грубо говоря, приятнее. Мерси. Понимаю, мадам, у вас такая встреча, но там же собираются люди, билеты, грубо говоря. Вы хотите, чтобы я еще торговала билеты? Да ну вас, мадам, я контрактаву подстрою. Сами спросили. А почему нет? Оригинальная идея. И опять не о том. А чего ж? Ты слышишь, Маша, что он говорит? Не пойти ли поторговать билетами на себя? Что к билетам привязались? Видите, роялем, грубо говоря, занимаюсь. Вовремя нечего сказать. И пар изо рта не идет. Значит, нагрелось немного? Бесконечно, бесконечно вам благодарна. Не за что. Как, то есть, не за что? Вы заботитесь о поддержании температуры, которой меня приучали 20 лет. Ничего я не забочусь. Чтобы вдруг не вспотело от работы. Здесь, я полагаю, градусов это 5. А зачем вы, тетушка, вообще соглашаетесь играть в таких унизительных условиях? Видно, ради него, этого министра культуры. Не надо ради меня, мадам. Я на вас и в Новосибирске был, и в Барабинске. Тетушка, вы играете в самом Новосибирске? Вас пришли слушать люди, которые... Не вижу, деточка, основания для иронии. Новосибирск – почти миллионный город. Дайте утюг. Но она должна вам заметить. Имеет резон. Если люди на меня рвутся, как вы изволили заметить, могли бы подготовить помещение загодя. Сразу же изволили. Протопить как следует, пол вымыть. А основание для иронии то, что вы имеете право играть и в Париже, и в Лондоне. Ну, в Москве на худой конец. Мои руки. Согласен, согласен, мадам. Но как-то же нужно сдвигать их, грубо говоря, с места. Кто-то же должен толпить, ради них. Как кретинка, этот старый репертуар 20 лет. Да еще на сосновом Беккере. Как это на сосновом? По нарам, по расчерченным, по занозам. Ой. Искусь, ты преувеличиваешь, Маш. В лагере нары отполированы не хуже слоновой кости. А что, и об этом передавали по радио? Не вижу оснований, тетушка, вашей агрессивности. Что плохого, если вами интересуется мир? Да кого? Это честь. Вот жаль только, что меня они не спросили. Что, тетушка, испугались, да? Тебе не кажется, что я свое уже отбоялась? В этой стране нельзя отбояться. Ну, хорошо, тетушка. Вот если бы вам создать нормальные условия... Условия у меня как раз ничего. Рояль, квартира... Так вот, вы восстановили бы форму за считанные недели. Восстановили бы форму. Ну... Я за 20 лет, если не считать марши и отрывков из оперет, только 2 раза слушала музыку. Зато вас сейчас слушали бы везде, затаив дыхание. По черной, знаешь, такой тарелки с металлическим дребезгом. А, ну вот она, ваша свобода. Приходите посмотреть на меня, как зоо. А взрослые, деточка, редко ходят второй раз в один и тот же зверинец. Затем мне оставалось бы гастролировать в алжирских деревушках. Вместо холода там, правда, жара. Но в моем возрасте его резон. Колок сорван. Климат лучше не менять. Ключ, грубо говоря, проворачивается. Сколько же у вас, тетушка, гордыни? Гордыни? Ля суперб. У меня просто плохо сделан характер. Видать, слишком долго его... И на чем ты сюда добралась? Я? Подвезли. Но вы же видели красный москвич? Не обратила внимания. Как же, мадам? Он и сейчас там, слева у входа. Я, грубо говоря, выходил. Пардон? Пардон. Выходит, ты не со мной отсюда? Я не одна, тетушка. Как не одна? Ну, как? Вон оно что! Чего вы смеетесь? Да я-то подумала. Чему вы смеетесь? А у тебя в этих краях роман. Попутно заодно тетка, про которую голос Америки. Я к вам ехала. К вам. Блаженная в 60 лет. Специально к вам. Хорошо, хорошо, верю. Что же оставила ты его? Позвала бы сюда.
Ну, он не то чтобы стеснялся, но... Боишься, отобьет? А что, все-таки парижанка? Ну, он, тетушка, как бы это объяснить? А, деликатный? Ну, не деликатный, но... Ну как? Терпимо, мадам Ламбаль Булатова? Мерси. Ужасно непривычно называть по фамилии. У нас с уважаемыми людьми это не принято. Вы можете звать меня по имени, я же вам предлагала. По имени? Страшно. Ну, вы посмелее, посмелее, милый. Пардон? Декураж, трогай. Я пойду, хорошо? Контрактал, не хотите проверить? Да-да, потом. Значит, говоришь, неделикатный? А приехала специально ко мне. Ну и что? И разыскала меня в этой дыре. Как видите. Что ж, в Новосибирске не подождала? В Новосибирске, ну... И... Что? Ну, видите ли, тетушка, я... Пока ничего не вижу, кроме твоего смущения. Я... Наверное, так сильно соскучилась, что не утерпела. Ну, конечно, я соскучилась. Только мне хотелось сказать вам, тетушка. Что? Ничего. Ничего так ничего. Приедем в Новосибирск, наговоримся. Надеюсь, вы не заставите меня трястись и назад в грузовике. Твой друг не настолько робок. Он прекрасный, он замечательный. Не убеждаю, я ведь не спорю. Да, он талантливый. Он работает физиком в академгородке, недалеко от Новосибирска. Но вы, наверное, слышали? Да, я играла там, вот подарок. Тетушка, мы не возьмем вас с собой. Вот как? Мы должны уехать отсюда не позднее, чем через час. Но мы правда должны уехать. Что ж, скажете, дорога. Я обидела вас. Ничуть. Ну, тетушка, боже мой, если самые близкие на свете люди, случайно оставшиеся в живых, жизнь я шанте. Ладно, уймись. Говори лучше, зачем приехала, а? Что тебе от меня понадобилось? Да ничего, ничего. Оставьте меня в покое. С удовольствием. Ничего мне не надо. Ни от вас, ни от кого. Все во всем подозревают. А улететь мне нужно, чтобы поспеть на службу. Завтра же понедельник. А, ну да, ну да. Значит, ты вот так вот прикатила к нему на воскресный вечерок. Да к вам я, тетушка, прикатила, к вам. Ну почему поверить никак не желаете? Что ж тут странного, что не желаю? Разыскала меня за час до отъезда. Мы за вами уже 2 дня по этим колдобинам гоняемся, по деревушкам. А коль твой гений местный, мог бы меня заранее... Не мог. Не мог он. Ах, извини за память. У меня эта поездка вне плана. А? О, видите? Видите? Значит, вот так вот приехала ко мне из родственных чувств, чтобы увидеться. Ну, понимаете, тетушка... Ой, ну что ты все толдычишь? Понимаете, понимаете. Ну, не совсем же я из ума вышла. В общем, повидаться. А в частности? В частности, тоже. Он здесь, ты в Москве, почему не поженитесь? У меня 2 детей, тетушка. А муж? Развелась. В 55-м сразу же развелась. Почему в 55-м? Ну, если бы раньше он бы меня посадил. Муж? Муж. Ха, веселый сюжет. Ну, что ж особенно веселого? Вас же вас посадил. Послушай, дорогая моя, я сама разделила судьбу своего мужа. Ну, так уж и разделили. Не совсем, не вполне. Ладно, пусть будет по-вашему. Да уж, деточка, лучше пусть будет по-моему. А с кем дети? С мамой. Ты ж с ней знаться не хочешь. Ну, разве можно не знаться с родной матерью? Особенно, когда нужна ее помощь. При довольстве судьбой, тетушка, не скапливается столько яда. Полагаешь? Да я уверена. Так чем же помешали дети? Я не могу их оставить совсем. А в Москве он не найдет работу. Талант и не найдет. Он в конфликте с властями. Азиот. Времена пошли. Можно конфликтовать с властями. Его приютил академик Лаврентьев.
Но жить негде, угол комнаты в общежитии. Конфликтовать с властями, да еще иметь авто. Это не его, товарищи. Так насколько он тебя моложе? Ну что, нельзя? Все, милая, можно все. Что так взерепенилась? Ты ж каждый тычет, тычет. А ты не каждого слушай. А вы откуда догадались, что моложе? Я столько съела баланды с твоими ровесницами. Ну и что? Должна сказать, у тебя несколько иное сознание. Иное? Да, чересчур резкое. Вы отказываете мне в самостоятельности? Я? Не ты? Если женщина любит... Любить можно. Независимо. Но это мое сознание, мое. Твое, твое. Мое собственное. Надо ж, какие я возбудила в тебе эмоции. А только всего и спросила, насколько он моложе тебя. На 10 лет. Ох, тетушка. Ну ладно, ладно. Значит, просто повидаться. Я уверяю вас, уверяю. Тогда спасибо. Очень была тебе рада. И я очень рада. И я. А пропустить службу невозможно никак? Телефонировать, телеграмму там дать, а? Никак, тетушка. Кем ты служишь, Маша? Никем. Ерунда на постном масле. На постном масле? Ну, пропустить нельзя. Что ж, милая, печально, печально. Мимолетная встреча после жизни разлуки. После жизни разлуки. Уже свиза шанты. Но выговор у тебя ужасный. Уже не так холодно, смотри. Можно жить. Может, послушаешь хоть немного? Конечно. Сказали, послушаешь? Ну, пойдем мы тогда. Тетушка. А чего ты так испугалась? Нет, я не испугалась. У тебя есть еще время? Разумеется, тетушка. Должна тебя разочаровать. Я давно не исполняю Рахманинова. Не исполняете? Пальцы, другие руки. С тех самых пор не исполняю. Дебюсси, если желаешь. Желаю, тетушка, очень даже желаю. Но твои гении там не околеют? У него печка. Можешь позвать все ж? Он, тетушка, не пойдет. Сонный гений. Ну, да бог с ним. Сама-то не опоздаешь? Да не беспокойтесь же, тетушка. А мне-то что? У меня в запасе вагон времени, целые полчаса. Вагон и маленькая тележка. У вас блестящие успехи в языке. Мерси. Не могу. Ну почему? Нет, все, не могу, не могу, не могу. Бесполезно. Бесполезно. Убей меня, но тебе не могу. Светушка, ну почему? Ты же знаешь, как я играла. Так это когда было? За
сама же сказала, белая ночь, то есть. Ночь напролет. Ну, это просто детская впечатлительность. Ты-то не помнишь, но мне-то как забыть? О, мой Дио, что же это? Только тетушка, не вздумай остаться на концерте. Тетушка. Я сказала, я тетушка запрещаю. Разберешь? Это мой адрес. А это телефон соседей. Попросишь, они позовут. А сюда запиши свои координаты. Нет, я лучше сама. Что ж вы, гоните меня, что ли? Ох, считай, гоню. Ты мне еще спасибо скажешь. За то, что прогнали. Очень была рада тебя повидать. Раз спасибо, не понимаю. Я все равно собираюсь в Москву. Разве что все равно. Погулять по Горановского. Не стоит труда, Маш, меня покусывать. Я уже убедилась в твоем остроумии. Бросьте вы, тетушка, дурацкий этот концерт к чертовой матери. Ну, так уж сразу и дурак. Поехали с нами, все отмените. С вами? Поехали. Проводите меня на самолет. По дороге мы наговоримся. Я познакомлю вас с Бобом. Он иноземец твой, гений? Ну, почему иноземец? Ну, ты Бобом его называешь. А, Борис. Нет. Диктуй, деточка, мне свой адрес. Я не могу позволить себе аннулировать этот концерт. Ну, а как же ваша свобода? Да, именно из-за свободы. Блестящий, тетушка, парадокс. Совершенно в их стиле. Впрочем, как вам будет угодно. Совсем не мне, уж можешь поверить, Маша. Богу? Аккордеонисту? Мама Булатова? Что? Мама Булатова? А можно на прощание один вопрос? Пожалуйста, только у меня мало времени до конца. Да я не задержу. Что? Вот вы оговорились. Оговорилась? Что и тогда все понимали. Ну, что никого на домашнем концерте не было, когда вы приехали из Парижа. И в чем же моя оговорка? И вот что дядя Вася, он знал, что его возвращают, чтобы... Догадывался? Он же был не слепой, конечно. Прям вот так говорил, что знает. Мы с ним об этом особенно не говорили. И вы знали? Ну да, как же иначе? И все равно поехали. Как видишь. Почему? Это же элементарно. Элементарно. Базиль всю жизнь положила на коммунистическую идею, на ее воплощение. На такое именно, да? Какое уж получилось, это была его интенция. Как? Да, его свобода. Снова свобода? Как вы ловко жонглируете этим словом. Но он должен был отвечать за дело своих рук. Перед кем? Перед Сталином? Обязан был использовать любой шанс. А вот Раскольников, он не вернулся. Хотя, мне кажется, были с дядей Васей друзья. О, я бы так не сказала. Он ограничился только письмом. Но у него всегда был криво повязан. Да при чем тут ваш галстук? Если бы Базиль струсил, я потому, может, и полюбила его, что он был. Ну, снова не можете подобрать слово, да хотите, помогу вам. Идиотом. Маша. Кретином. Маша, не смей. Длинноухим ослом. Твой дядя был святым человеком. Святым? Да вы посмотрите, до чего ваши святые страну довели. Не мои. Они были страною. Страною? И плотью, и костями русские. В первом ЦК русских 10% не набиралось. Это все равно, раз они вышли в победители. Да ложью вышли, ложью. Они лгали народу. Огромный народ вокруг пальца не обведешь. Еще как обведешь. Огромный и вооруженный. Но главное, не стесняться в средствах. Народ всегда получает, чего хотел. Да вы же ненавидите русских. Я напротив. Я люблю их, люблю. Да, но странную кажется любовью. Послушай, милочка. Да более чем странную. Давай не будем говорить политику, чтобы окончательно не рассориться. Да какая же это политика? Это жизнь, жизнь, жизнь. Диктуй лучше адрес. Да, например, ваша. Адрес. Но вас-то зачем он потащил с собою, если знал, что умирать? Что умирать никто никогда наверняка не знает. Адрес. Господи, совершенные дети. Прикажешь искать тебя через справочное? Допишите. Москва, В-292. Благодарю, Петр Иванович. Попробовал бы он уехать без меня. Да не оправдывайте, спешите. Улица Ивана Бабушкина. Так бы я его и отпустила. Я ведь была его жена. Повторяю, улица Ивана Бабушкина. Ивана Бабушкина. А что, какой-нибудь еще другой был? Был, летчик. Дом 8, квартира 36. Трансис. Телефон надо?
В7-09-22. Вон там. Ага. А сейчас можешь идти. Прямо вот так вот. И кланяйся гению иностранцу. Вздумает навестить Новосибирск, милости прошу. А маме я напишу сама. Ступай. Но я хотела... Ступай. Ступай. До свидания. Je suis chanté de... Ватон! Черт! Ерунда на постном масле. Что это? Шараби айлюй. Вам плохо, Мари? Может, врача? Разве священника, милый? Зачем священник? У нас есть врач. Он, правда, не смог прийти на концерт, потому что... Право, не беспокойтесь. Немножечко, грубо говоря, выпивший, конечно, но он дома, я знаю. Вы не бойтесь. Я совершенно здорова. В моем возрасте... Чего мне, милый, бояться? Он доктор хороший, тоже сидел. Не стоит, не стоит, милый. Я в 3 минуты, одна нога, грубо говоря, здесь. К тому же я прошла изумительную закалку. В самом деле не надо. Вам ведь плохо. Да мне отлично, милый. Что вам, язык показать? Я пошутила, не смотрите так на меня. А врача? Мне правда не надо. Точно? Ни врача, ни священника. Священника все равно нету. Вот и славно. А что бы мне хотелось? Да, Мари. О, и Мари получилось. Действительно. А я как-то не заметил. Само собой испугался. Что, спятила? Да ну, мадам, я не это имел в виду. Не это. А? Любопытно. Вы говорите когда-нибудь то, что имеете в виду? Говорю. Наверное. Ах, вот как. Алло, папиросу не взяли? Папиросу? Что, глуховат? Да нет, просто удивился. Ах, хорошо. Папироса, пожалуйста, если вас не затруднит. Я не курю.
Грубо говоря, конечно, но... Можно любую. Но предпочтительнее Беломорканал. Сейчас, минуточку. Вот, у учителя взял Беломор. Огонь. Спички-то я и забыл. Сейчас. Хотя, грубо говоря, Петька. Ну, осторожно, что вы делаете? Минутку, минуточку. Минуточку. Минутку. Вот, грубо говоря, пожалуйте. Обожитесь. О, мерси. Бедный мой рыцарь. Ничего, мадам, у меня руки дубленые. Так решительно бросила курить в последний раз, что не вожу даже с собой ни спичек, ни папирос. Капля никотина, как известно. О, отнюдь не из-за здоровья. Оно все равно не от нас. Я, кажется, опять чуть не ляпнул. Чуть не ляпнули? Про лошадь. Про какую лошадь? Так, ерунда. А, на постном масле? Мадам. Зовите лучше Мари. Вы ведь уже переступили. Хорошо, Мари. Я постараюсь. А мне приятно. А бросаю я, потому что любая наша привычка дает им очень сильное против нас оружие. Не понял. Любая слабость. Кому, Мари? Им. Когда человека не кормят. Или не дают пить. А это убийство банальное. Что поделаешь? Остается только достойно. Разумеется, в меру сил. И крепости духа. Принимать свою смерть. А вы про лагерь? Ах, милый, не только про лагерь. А когда они лишают тебя пустяка, которому... и добровольно сама отдалась в рабство. О, тут-то и становишься их соучастницей, гадко.
так говорите, как будто снова собираетесь туда. Туда, не туда. Жизнь, милая, где угодно течет, под одним законом. Наверное, так. Существует одна русская пословица без французского эквивалента. Не лаптем щи хлебаем. Не угадали. Закидаем, грубо говоря, шапками. От тюрьмы до от сумы. Смешно. Смешнее некуда. Неужели из-под палки можно так хорошо выучить язык? Из-под палки? Ну, метели ли? А, парадокс, милый. Чаще всего меня метелили именно за то, чего я сама страстно желала. Ну что, попробуем еще? А можно, скажем, аннулировать концерт или перенести его на завтра? Понимаю. Это вы что, я полы не помыл? Да при чем тут полы? Руки, пальцы. Уже ведь, грубо говоря, тепло. Я боюсь. Чего, мадам? Марии, Марии. Что у меня плохо получится. У вас? У меня, да. Когда я говорю, я знаю, что говорю. Знаете, я не спорю. Мерси. И аннулировать, наверное, можно. Только вот... Ну что, что еще? Рожайте. Учитель из соседней деревни ребятишек привел. Километров, грубо говоря, 7 будет. Пешком? А какой тут у нас транспорт? Ну, детишек всего 6, так что... Кельбер здесь. Что? Ерунда. На постном масле. То есть? А да это так. Поделала каприз, проявила некоторую слабость. Идите, впускайте людей. Чего им там мерзнуть? Еще 5 минут, да? Спасибо, Мари. Знаешь, я этого милого молодого человека чуть было не послала взглянуть, далеко ли отъехал ваш авто. Но, поразмыслив, не стала зазря и гонять. Куда ж подумала, денетесь? Если так ничего от меня и не получили. Нет-нет, милая, я понимаю. Я видела, ты боролась. Ты хотела уехать, хотела остаться на высоте момента. Представляешь, я даже молилась, взывала ко всем святым, чтобы так и получилось. Ты, впрочем, не виновата. Это все ужасный Боб, который я знала, так и не решится сюда показаться. Хоть мне было бы и любопытно. С одной стороны Боб, с другой черствая циничная тетка. Ну, а коль уж твое положение столь безнадежно, давай, давай, переходи к делу. Довольно посентиментальничай. Коротко и четко формулируй, что он от меня хочет. Чего добивается? Не он, тетушка, не он. Ладно, пусть вы. Ну, не мнись, не мнись. Выигрывает только храбрые. Ну, ладно, к делу так к делу. Мне бы хотелось... Ну, получается, видишь? Ну, смелее, детка, смелее. Мне бы хотелось, чтобы вы вернулись на родину. Во Францию, что ли? Ну, разумеется, хоть вы родились во Франции. Стало быть, ваша родина Франция. Твой силлогизм, детка, не столь очевиден, как может показаться на первый взгляд. Ты читала когда-нибудь книгу «Руфь»? Это из Библии. Некая моя ветянка по имени Руфь вышла замуж за еврея, то есть иноземца. И когда тот умер, вместе со свекровью поехала на его родину. И стала там прабабкой Давида. Кто такой Давид, ты, надеюсь, в курсе? Пастух, одолевший Голиафа и сделавшийся великим царем. Впрочем, ты сама как-нибудь почитай. Крайне любопытный попадается в Библии истории. Аэроплан, конечно, понимаю. Вернемся к нашим баранам. Итак, на родину. Считай, что ты уже популярно объяснила мне, почему это возвращение позарез необходимо мне и главной Франции. Так что переходи прямо к тому, почему оно позарез нужно тебе. Или там, не знаю, твоему Бобу. Потому, тетушка, вы уж простите, вы сами задали этот жесткий тон. Нет, милочка, не следует передергивать. Тон задала ты. Ты, как только вошла сюда, появилась. Я долго пыталась не замечать его, не верить. Пыталась бить и тебя, даже гнала.
Так что несправедливо вполне заслуженную тобой неудачу списывать на подозрительность выжившей из ума зэчки. Отдаю тебе должное, ты играла роль изо всех сил. Крепилась, я ничего не играла. Могла, ну видишь, все же не выдержала. Но поймите, тетушка, вы ведь тоже любили. О, совсем не так. Совсем не так. Но не стоит, милочка, не размокай. Взгляни-ка лучше с ненавистью. Как минуту тому назад, это естественнее. Ах, тетушка. А, смелей, вози. Хорошо, сейчас у нас с вами, к сожалению, и впрямь слишком мало времени. У нас чтобы... с вами, милочка, сколько угодно. Вагон. А отыграю концерты, я к твоим услугам. Хорошо, хорошо, у меня мало. Я надеюсь еще найти случай реабилитироваться. И доказать вам... Чудное словцо. Доказать вам, что вы были неправы, что вы были слишком строги ко мне, что я действительно вас люблю. Не размокай, вози! Вози! Я хочу, чтобы, уезжая на родину, вы взяли с собой нас с Бобом, вот и все. На маму? Детей? Детей, да, если поедут. А мама пусть остается. Почему? Она здесь привыкла. А ты нет. А я нет. Мердалор! Мердалор! Я не понимаю, чем я опять насмешила? Лошадью. На старости лет средством передвижения. Ведь ты не выучила даже язык. Но я не успела, тетушка. Ах, вот как будешь ходить по Парижу с одной своей фразой. О, je suis enchanté! Мы только неделю назад узнали. Ну да, по голосу Америки. Ну что ж ты замолчала? Уговаривай, уговаривай. Только я думаю, что спешка может тебе повредить. Прикинь, как следует, стоит ли служба расставания с мечтой? Не умели ли легонечко, пти-та-пти, а? Провести день-другой со старой теткой, размягчить ее сердце воспоминаниями. Ах, тетушка, при чем тут служба? То есть как-то при чем? Ты же сама говорила. Вы меня так допрашивали. Допрашивала? Ну, хорошо, пожалуйста. Завтра утром в Париж улетает один наш знакомый, культурный атташе. Навсегда улетает. Он сказал, что если вы напишете обращение к правительству Франции, он поднимет международный скандал и нас, скорее всего, выпустит. А доверять такое письмо почте... Ну, и когда же это интересно? Я успею написать. Аэропланы ведь... Да, господи, тетушка, оно же готово. Ну вот, вам остается только подпись поставить. Всего лишь подпись? Такой пустяк? Всего. Боб сочинил. Твой гений? А к нему вы за что так несправедливо? Вы его даже не видели. Когда мужчина вместо себя подставляет на нелегкое дело, а это нелегкое дело, получить такой вот пустяк. Нелегкое. Так вот, когда мужчина подставляет вместо себя женщину... Я ваша племянница, я, а не он. А, как только я соглашусь, племянником, надо полагать, станет и он. И женится, несмотря на старую мать, двоих детей, разницу в возрасте и комнату в общежитии. Впрочем, о чем я? Какое общежитие? У вас будет милая квартирка на Шанс-Залезе. Да, мадам, вы действительно злая. А, мы не вовремя. Я уже превратилась в мадам. Ну что? Пора? Простите, я... Еще 10 минут. Я вам помешал? А вы не видите? Я помешал, мадам. О, нет, милая, разумеется, нет. У моей племянницы все равно не достанет времени довести до конца дела, ради которого она сюда прикатила. Ей минут через 10 тоже уходить. У нее аэроплан? Я хотел по поручению... По поручению? Пригласить, да. У меня соберутся, ну, наша, грубо говоря, интеллигенция сельская. Не могли бы вы пожаловать на чашечку, пожаловать. Грубо говоря, кофе? Пожаловать. Красиво. А потом переночуете, и завтра утром я вас, грубо говоря, отвезу. Доставлю прямо домой. А не понравится моя игра? Как это не понравится? Comment vous portez-vous, madame? Merci bien.
Je suis en santé de faire votre connaissance, madame. Вы очарованы. Пардон, мадам. Я давно не имел возможности упражняться во французском. Пардон, мадам. Я тоже давно не упражнялась. Да, приду. Обязательно приду. И играть сегодня буду отлично. Я сегодня играть буду лучше, чем всегда. Спасибо. Спасибо. Я передам, они будут честны. А, спасибо, мадам. Ну как? Крэмпьян, Франция. Деревню чужую. Там и утром все дождь, дождь. Итак? Как я понимаю, подпись мне вашу не увести? Очень надеюсь, ты принимала это с самого начала. Рам, дождь, дождь, деревня, чу. Поэтому бог с ним, с самолетом. И с гением тоже? Не перебивайте. Молчу, дядка, молчу. Я вам сейчас расскажу эту мою историю про колоски. Когда дядю Васю арестовали, а потом ну да. Вас... Какие они подождут. В отличие от вас, Бубом, они не люди терпеливые. Привыкли ждать веками. Когда его арестовали, а потом вас, каких мы только с мамой страхов не натерпелись. Каждый скрип, каждый шорох. Я уж не говорю о машинах, которые проезжали по улице. Особенно если какая-нибудь останавливалась. Должен был вернуться отец. Мама боялась, что как только он вернется, его тут же возьмут. Строила какие-то сумасшедшие планы. Даже на Северный полюс пробраться к нему хотела, чтобы как-то предупредить. Его арестовали где-то под Мурманском. А потом и наша очередь наступила. На спасибо. В тюрьму не посадили, а выслали куда-то под Рязань. Это еще хорошо, что под Рязань. Маму, конечно, к школе не подпустили. Она устроилась счетоводом. Потом началась война. Она ковырялась в поле. Я тоже. А по ночам выла от голода. Старалась потише, чтобы мама не слышала. Мама все слышит. Ну, вам откуда знать, у вас детей-то не получилось. Простите, мадам. Ничего. Слышала. А почему же она сама не пошла? Почему она послала меня? Уже в 46-м мы настолько оголодали обе. К весне точно загнулись бы. Ничего, ничего. Они, грубо говоря, подождут. И она послала меня в поле ночью собирать эти вонючие колоски. За каким делом меня и застукали. Мне не было и 17, я была такая хрупкая, светящаяся. Там вы сидели, не знали, а за колоски давали 10 лет. Он набросился на меня, сторож, калека однорукий, демобилизованный. Я не помню, как вырвалась. Прибежала домой, дверь заложила, но все уже было бессмысленно, он меня узнал. Их мужиков так мало осталось после войны. Любая девка, любая баба там, калека, не калека с радостью. Нет, он выбрал именно меня. А ночью
Мама сказала, чтобы я шла к нему. Не вопрёк, деточка. Но к своим 17, что бы я ни делала, отвечала сама. И потом уже никого не виноватила. Никого. Господи, я пережила бы в этой грязной, покосившейся избёнке, культю бы мерзкую пережила за пучок пшеницы. Он же жениться на мне захотел, жениться. Поразительные совпадения. Калека, колоски. Что я должна была сделать? Что? Ну, каждый решает за себя. Если бы я отказала, он посадил бы и маму, и меня. Бедная моя девочка. Ну, что? Ну, если хочешь, у тебя было несколько выходов. Какие? Да. Сесть, например, хоть я сомневаюсь, что он стал бы тебя сажать. Сомневаетесь? Почему? Противоречит сюжету. Как? О, поверь, сюжет очень много значит. И ничему не противоречит. Он грозился и обещал. Ну, коли уж так страшно, зарезать калеку, когда он заснет, как Юдиф Алаферна. А кто это? Ах, пардон. Ты не сильно в Библии. Вы что, это серьезно? Зарез? Ну, или, наконец, полюбить его. Полюбить? Ты полюбить испугалась больше, чем зарезать. Полюбить его? Не зря же он хотел на тебе жениться. Сама посуди. Тощая, нищая, на шее мать, отец враг народа. Какой ему с тебя прок? Взял, попользовался, застегнул ширинку и все дела. Но он же унизить меня хотел, деревенщина. Дорогая, браки совершаются на небесах. Так не бывает, деточка. Ваши общие. Нет, только мои. И я не желаю, я просто не допущу, чтобы они жизнь прожили в этой поганой стране. Сейчас именно этой стране необходимы Давиды. Именно этой. Франция своих уже отражала. Но неужели вам самой не хочется вернуться на родину? Почему? Что вы хорошего видели от этой страны? Что? Расстрелянного мужа? 20 лет лагерей? Концерт в этой развалюхе? А мы еще идиоты. Спорили с Бобом, родственница вы той самой герцогини де Ламбаль или просто однофамильца. Да у вас же это в крови. Страдать от революции. Неужто вы полагаете, будто вам и дальше разрешат концертировать даже вот перед этими? Вы что, не чувствуете? Поворот, обратный ход. Вы что думаете, Хрущева убрали за то, что кому-то не понравилась его лысина? А назад на нары не желаете? Я боюсь, Машенька, не опоздаешь ли ты на аэроплан? На самолет. Служба, конечно, пустяк, но стоит ли ее пропускать безо всякой для себя выгоды? Господи, какая бескорыстная, прям святая. О святости не знаю, но считай, что женщина как один раз рождается, так один раз выходит и замуж. И коли уж за иноземца, с его родиной и остается. Метафизика!
Поверь, на диалектике далеко не уедешь. В таком случае, бог с вами. Очень надеюсь. Прощайте. Я буду очень рада, если будете вновь на нарах. Спасибо, на добрых словах. И пусть эта страна доучит вас, если еще не доучила окончательно. И пусть отплатит вам за любовь. За любовь деточка не платит. Разве проституткам? Ушла. А что? Ушла, можно начинать. Как угодно. Сейчас бы одну папиросу. Я, грубо говоря, мигом. Нет, нет, не надо. А до нога? Нет, нет, не надо. Это я так, не надо. А то я бы. Тогда я объявляю. И дверь можно заложить. Аэроплан. Она не вернется. Что сыграете для начала? Если вы ничего не имеете против, Рахманинова. Не Дебюсси. Рахманинов что, хуже? Лучше, Мария Клодовна. Рахманинов лучше. Гораздо, гораздо лучше. Тогда объявляйте прелюдия соль минор, пожалуйста. Декураж, Мари, декураж. Опус 23, пять. Аламарча. Что? Простите, мадам, мне, конечно, стыдно, но что вы сказали тогда по-французски? Я? Когда мы только сюда пришли, вы еще сердились. Не помню, милый. Ну, там что-то такое было про ферму, что ли? La ferme. La ferme. Ферм. Я? Что? Ланфер. Ланфер. Эпове. Да, что это? Дорога в ад вымощена благими намерениями. Как? Дорога в ад вымощена благими намерениями. Удивительно глубоко. Да уж, глубже, кажется, некуда. Объявляйте, милые. Начинаем концерт солистки Новосибирской государственной филармонии Марии Ламбаль-Булатовой. Рахманинов. Прелюдия. Как, Мари? Соль минор. Прелюдия соль минор.